Всем привет из Алании. Понедельник сегодня. Мы в районе Оба. И по понедельникам рынок в Оба. Сейчас пройдемся немножко, посмотрим, что происходит. Но я уже вижу, что много людей на улице, потому что, если кто не знает, 2 дня был полный запрет на выход из дома. И, конечно, ну, кто-то был подготовленный, у кого-то вообще, может быть, мало еды как бы было. Поэтому после, тем более, этих 2 дней сейчас довольно много людей вот здесь на улице, где рынок. По понедельникам вещевого, как вы видите, нет. Мы уже идем там, где вещевой рынок должен быть. Вещевого сейчас нет ни в одном районе, только овощи, фрукты. И их довольно большой рынок сегодня уже, я вижу. Сейчас посмотрим со стороны, не знаю, пойду я или нет, мне в принципе магазины надо. Я уже как бы обхожусь без рынка, хожу по магазинам. День очень солнечный, очень классный. 25 сейчас по градуснику, на солнце оно больше, наверное. И море сегодня, люди, 19. В общем, сейчас немножко походим, я вам покажу, что происходит. И на улицах везде. На входе в рынок висит табличка, что вход только в масках. И все должны ходить в масках по рынку обязательно. Клубничка по 5 и по 7. Все в масках. Покупатели, продавцы, наши ребята вот тоже все в масках. Мараба! И появился наш друг наконец-то. Уже все за ним, я думаю, соскучились. Купил у пацанов морковки. Идем дальше. Людей много на рынке. Чуть-чуть пройдусь. Эти полосы какие-то нарисованы. Разметка мест. А вот сейчас, наверное, люди, началась настоящая клубника, потому что запах стоит потрясающий. Клубника по 5 и по 6 лир. Запах стоит просто потрясающий на клубнике. Такого запаха зимой нет возле нее. Видите, сколько людей. Напоминаю, что действует запрет на выход полный из дома лицам до 20, ну, то есть детям, подросткам и тем, кому больше 65. Вот видите, как много людей, солнце светит, я не знаю, что вам видно, качество, наверное, никакое. Я выхожу с рынка, потому что лучше не ходить, конечно, в такое время, там, где много людей. Видите, как много машин возле рынка. Блин, жарко в этом респираторе медицинском. Реально жарко. Так это еще на улице относительно прохладно. Летом в нем, блин, несколько часов на улице сложно будет ходить. Или представить, в самолете лететь в этом респираторе, это почти нереально. Ну, на входе в рынок стоит муниципальная полиция, забита. Они контролируют, чтобы все в масках заходили. Ну, чтобы на всех были маски, кто в рынок заходит. На улице весна полным ходом у нас. Сейчас пройдемся, выйду на вторую линию в районе Кочташ. Мне в Кочташ надо, покажу вам, что там. Тут тоже увидите, ну, машины, собственно, стоят возле домов также, потому что везде много машин стоит. Казахстана, поехала Москва только что на ваших глазах. Здесь тоже маленькие магазинчики. И вот смотрите, для малоимущих здесь вот, у кого нет возможности купить, возле магазина у многих вот такие вот столы сейчас, мраба. И здесь написано, у кого есть возможность, вот по-русски даже, и да, я понял. У кого есть возможность, оставьте, у кого есть нужда, возьмите. То есть люди приходят и оставляют какие-то продукты. Такие вот столики появились во многих районах Алании. И
Ну, кому нужно, эти приходят и берут эти продукты. А кто хочет, тот оставляет эти продукты. Такие вот точки. Вот такие вот места вы видели. Сделал я отдельное видео еще. Показал это место. Мы в районе Оба находимся. Также продолжаю двигаться в сторону Кочташ. Мне надо в Кочташ. Я не знаю, точно работает он или нет, но возможно работает. Ну а так вы видите, что машины возле домов, ну собственно, как стояли, так и стоят. То есть люди дома находятся. Очень много везде машин. Все во дворах, все дома, на балконах. Люди отдыхают на балконах, гуляют. Кто-то уже научился и бегать, и спортом заниматься на балконах за все эти дни. Насчет комендантского часа. Возможно, я думаю, что, скорее всего, он будет также на следующие выходные, но уже о нем будет объявлено заранее, не за 2 часа, чтобы не было паники. Люди смогут запастись нормальной едой на время комендантского часа и запрета выхода на улицу. Работают магазинчики маленькие, вот вы видите. Классный солнечный денечек. Вчера было потускнее, краски были. Буквально вчера, позавчера такое было полупасмурное. То солнце, то полутучи какие-то. Сегодня вот именно денечек просто обалденный. Котейка. Фух. Очень многие занимаются стиркой, люди перестирали за это время, пока сидят дома. Я думаю, все, что можно было, на балконах висит. Ой, мушмула, люди. Что-то я на рынке я не увидел, но я мало ходил сейчас по рынку. Мушмула уже спелая. Какое счастье, как я ее люблю. А вот детишки во дворах, потому что выходить нельзя. Бегают во дворах. А вот цветет, я вот даже не знаю, какое-то дерево. Возможно, тоже какие-то плоды будут, цветет что-то. Мушмула вот уже реально спелая. Класс. Вот во дворах все сидят, они выходят. Сейчас мы выходим на вторую линию. Интересно, мне работает ли Кочташ. Что там происходит, сейчас посмотрим. Карантин закончился, запрет на выход из дома в 12 ночи, ну, сегодня ночью, и сразу же я начал включать веб-камеру уже в 4 минуты первого. Довольно много машин ездило по Алании во все стороны, в сторону Махмутлара больше всего было машин. Уже в первые минуты после снятия запрета на выход на улицу. Кочташ. Пока сложно сказать, но мне кажется, что, скорее всего, работает. Наверное, но там очень мало людей. Сейчас посмотрим. Ну, вот вы видите, тут движение в сторону, с Махмутлара в сторону Алании больше машин едет, чем в обратную сторону, вот вы видите, по той стороне. Сейчас посмотрим, скажу вам, работает Кочташ или нет. Кочташ не работает. Блин, мне нужна была в Кочташ, но, к сожалению, Кочташ не работает. И, по-моему, он давно... Мне кажется, давно он уже не работает. Ну, будем искать в маленьких магазинах то, что мне нужно. Встретил сейчас, шли двое детишек, мальчик с девочкой лет по 8. По улице спокойно себе так и без масок даже. Ну, знаете, правильно делают, что штрафуют родители, конечно, которые о детях не заботятся и сами заболеть не боятся, что дети притащат, будут сейчас шляться по рынку и притащат домой что-нибудь. Заразу эту. Так, где ж медпри...
магазинчики искать. Кочетаж не работает, это плохо. Уже ближе к Тосмуре я нахожусь сейчас, недалеко от Азии. О, жарко, я уже мокрый весь хожу. Было как бы нормально, такой прохладный, типа полуветерочек был, а сейчас уже жара такая нереальная, просто жарко. Работают маленькие магазинчики с техникой, с вещами какими-то, еще чем-то. Не все, но некоторые работают. Это Carrefour у нас здесь. Смотрите, продавец он в какой маске в Carrefour'е. Стеклянная, не в стеклянной, а в пластиковой, такой в полное на все лицо. Такие же маски вроде бы в Мигросе сейчас выдали продавцам. Солнышко во все светит. И возле магазина я 101, БИМ, в БИМе. Люди есть, но очереди особо нету, там, ну, до 10 человек, возможно, в магазине. Фух, жарко. А вот захожу туда, где солнца нет, и сразу прохладно так. Почти холодно после жары. Немало людей по улицам, но, во-первых, потому что рынок сегодня в этом месте, во-вторых, потому что 2 дня было без выхода из дома, люди пополняют свои запасы. В Анкаре сегодня совещание, по-моему, с президентом. Там будут решаться, возможно, уже сегодня примут решение, когда следующий будет комендантский час введен. Это Мисс Принцесс, перед вами отель. И впереди White Gold. Артемис Принцесс, сложно сказать, работает или нет. Честно, не знаю. Магазинчики вот такие маленькие. Кто-то работает, но людей, конечно, почти нигде нету. Боже, как же классно просто ходить по улице, люди. Вот когда что-то теряешь, его начинаешь ценить в 100 крат, блин. Классно, и как обидно, что вы этой весной не можете здесь находиться и наблюдать. И наблюдать за этой весной замечательно. Очень это все печально, конечно. Аптека работает, конечно же. Так вот люди повсюду видны, вот во все стороны смотришь, когда песик лохматый. Видите, он в тень стал, в тени стоял тоже, уже жарко тебе, а как же ты летом будешь, а, пушистик? Красавец. Не видел тебя раньше здесь. Ну и мы сейчас идем по улице, по которой вы все, кто вот в этих отелях, в том же White Gold, допустим, вы привыкли гулять здесь. Магазинчики все здесь, по этой улице. Летом многолюдно здесь до 2 часов ночи. Сейчас почта там слева будет. Рестораны многие открыты, но они на вынос, работают на вынос. У кого есть разрешение, на вынос работает. Фух, жарко на солнце. Вот увидите, торговые некоторые открыты, киоски, но людей, конечно же, покупателей в них нету. Почта не работает, почта уже давно не работает. Есть места, где можно заплатить счет за свет, а где Денис Электрик, там именно офисы эти. В них можно вместо почты оплатить, но, возможно, центральная почта где-то работает. Я сюда в банкомат пришел. Ой, так хочется на море посмотреть, но гулять возле моря как бы нельзя, поэтому пока к морю не пойдем. Один магазинчик зашел. Дальше у меня пустой холодильник, опять песик прогуливается без маски. Ты что без маски? Фух, и это, много буду сегодня накупать еды, чтобы потом не выходить, можно было как минимум дня 4, а то и всю неделю. Лир на 150, я думаю, точно накуплю продукт, а вот уже один мешок у меня. Возможно, сделаю, он опять сюда стал в тенек, смотрите, я шел, он здесь в тенечке прятался и опять здесь стал. А, тут еда у тебя еще, тут твое место, буду знать.
холодильнике косточки есть. Блин, забыл. И я это самое... Возможно, засниму сегодня все свои покупки продуктов, покажу сумму и назову сумму и покажу все продукты, что купил. Сколько, на какую сумму и сколько получилось купить. Магазины работают, он сумки, ремни. Никого нету, сидят просто люди, воздухом дышат продавцы рядом с магазинами. Отель Moonlight, его, кстати, видите, как классно. Такой ремонтик сделали. Красиво, теперь свеженький, беленький. Даже не знаю, работает, походу, вроде как, ну, по виду. Не знаю, не буду точно говорить, как бы, но открыт. О, этот запах какой. Запах цветущих апельсин. Уже его меньше, не везде он. Но тут сейчас есть, и апельсинки висят. Уже не отцвелись, а старые еще висят с прошлого сезона. Вот люди стоят в Биме, когда больше внутри 20 человек, не пускают, и люди стоят, ждут, когда выйдет кто-то. Вот несколько человек стоит на входе и ждет. Ну, вот такая, люди, у нас получилась небольшая экскурсия по району Оба. Прогулочка вынужденная, потому что магазины нужно было. Вот. Никакой паники нету, люди спокойные ходят. Все как бы в порядке. Вот уже вот только что я показывал вам, что стояла очередь на улице. Больше 20 человек было в магазине. Сейчас уже вот все они зашли. Все нормально. Котейки балдеют. И ВАЗ-101. Сейчас тоже посмотрим, что там. Сколько людей. Это школа напротив. Здесь вот, как всегда, вывески товаров, которые со скидками. Ну, что-то заскучился уже за мечетью. Послушайте минутку. Все, привет всем из Алании. Здоровья, всем терпения, позитива. Hey, hi, Greg.